Юношеская сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, завоевавшая на чемпионате Европы в Молдове 14 медалей, вернулась на родину. В международном аэропорту Гейдар Алиев команду триумфаторов встречали болельщики, представители федерации и журналисты. Сборная участвовала в первенстве в составе 11 спортсменов, 8 юношей и 3 девушек. Шестеро наших атлетов попали в число призеров. Всего мы завоевали 14 медалей, 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Это самое впечатляющее достижение наших юниоров за последние 10 лет. В этом, конечно, есть и заслуга федерации и министерства, которые приложили большие усилия. Наши ребята были хорошо подготовлены. Мы знали и верили, что результаты будут высокими. Турнир был организован хорошо. Это были мои первые соревнования такого уровня. У меня были сильные соперники. Один турок, другой болгарин. Я удостоился золотой награды в поднятии штанги в рывке и серебра в толчке. Следующие мои цели — чемпионат мира и Европы. Соревнования прошли хорошо. Несмотря на то, что у меня было 6 соперников, я победил их и стал чемпионом. Моя цель — стать чемпионом мира и победителем Олимпийских игр. Буду готовиться к предстоящим соревнованиям.